Видео представлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами решим задание из учебника «Математика. 5 класс. Никольский», номер 736. Постройте отрезок длиной 6 сантиметров. Отметьте вот такие вот дроби, части этого отрезка. Итак, давайте построим отрезок длиной 6 сантиметров и обозначим на нем по 1 сантиметру. Отметочки поставим. Итак, вот такой отрезочек. Давайте я даже поставлю АБ у меня получился. АБ у меня 6 сантиметров. И вот эти черточки, это у меня по 1 сантиметру, чтобы было видно. Итак, отметьте 1 шестую, 2 шестых, 3 шестых. То есть нам нужно поделить на 6. И вот мы уже как бы вот этими отметочками на 6 частей мы разделили наш отрезок. Теперь давайте разными цветами, я буду просто отмечать, где какая часть. Итак, вот это у нас получается 1 шестая. То есть мы поделили на 6 и взяли одну часть. Дальше 2 шестых разделили на 6 частей и взяли из них 2 части. То есть вот так. Это у нас будет 2 шестых. Дальше 3 шестых. То есть мы поделили на 6 частей и берем 3 части. То есть отсюда это идет аж сюда. И это у нас будет 3 шестых. Дальше 4 шестых. Давайте сверху. То есть вот мы поделили на 4, на 6 частей и берем из них 4. То есть вот сюда это будет у нас 4 шестых. 5 шестых разделили на 6 частей и берем 6. То есть отсюда и до ведем сюда. Это будет 5 шестых. Ну и 6 шестых это наш весь отрезочек. То есть вот так это будет 6 шестых. То есть разделили на 6 частей и взяли 6 частей. Итак, можно, то есть это так, чтобы для наглядности было видно. Ну, а так мы можем просто возле самих этих обозначений поставить вот наши отметочки. То есть мы могли сделать вот таким вот образом, что это у нас 1 вторая, это, точнее, 1 шестая, дальше 2 шестых, 3 шестых, 4 шестых, 5 шестых и 6 шестых. Вот и все, можно обозначить вот так. Но для наглядности я нарисовала вот такой рисунок. На этом задание мы с вами решили. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии к этому видео. И не забывайте заходить в наши группы в социальных сетях. Спасибо за внимание. До встречи в следующем видео.